Немало детей появилось на свет и в уходящем году. Если брать в расчет все страны, то численность населения в 2015-м увеличилась почти на 78 миллионов человек. Больше, чем на процент. Таким образом, на нашей планете сейчас 7 миллиардов и почти 296 миллионов жителей. Самые населенные страны – Китай, Индия, США, Индонезия и Бразилия. Россия по этому показателю 9-я в мире. Согласно последним данным, нас больше 146 миллионов.